Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня у нас серия по Дино Бэш. Так, ну что, как я и обещал, покажем вам нового динозаврика, которого звать Старший Плювик, насколько я помню. Подожди. Да, вот он, Старший Плювик. Он стоит 36 кристаллов, и мне разработчик как раз подкинул немножечко кристаллов для того, чтобы я смог его купить. Улучшить. Наверное, на фул улучшения не хватит. К сожалению, жаль. Хотелось бы его, конечно, по фулочке улучшить. Это старший брат Плювик, стреляет еще более опасными шариками слюны. Да, давайте мы, наверное, его проверим, протестим, насколько он хорош. Так, по снарядам у нас... что такое? Подожди ты. Так, пушистик тут. Да что ты будешь делать? Лечение. Это... ох ты. А это у меня даже морозный шок не прокачан по фулке, да? Ну нафиг, быть такого не может. Я же вроде бы все полностью прокачал. Странно, ладно, хорошо. Смиримся с этим. Так, давай возьмем, например, с тобой какую-нибудь миссию. Ну вот, 113, нет. Давай вот 110-ю. Так, возьмем в отряд нашего Плювика. Вот вместо кого? Ну, давай вот сюда его возьмем. Где он у нас? Где Плювик-то? Вот он. Слушай, а тут местечко еще одно есть. А для кого? Подожди, я не понял. Секунду. Может быть, я что-то пропустил? Да что ты, Рокки? Да вроде бы как никого не пропустил. А тут местечко почему-то есть. Интересно, девки пляшут. Так, ну что, друзья мои, давайте посмотрим, насколько хорош этот старший Плювик. Специально взял уровень немножко послабее, чтобы проверить. Начнем, наверное, с него. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну почему так-то? Я не вижу. Нет, только не вот это. Опять тот же самый, ребята, баг. Опять тот же, по ходу дела, баг, который у нас был. Ну-ка. Да, вроде как работает. Не пойму я, а в чем тогда? Да, быстро колесо размозжили. Не, ребят, в этом уровне как-то не особо. Надо без летунов. Давай возьмем тогда еще послабже уровень. Ты понял, про какой я баг говорю, да? Помнишь, когда у нас с тобой ледяные снаряды пролетали? Ну, давай возьмем с тобой 76-й. Мне нужно просто проверить. Ну, как он, насколько он хорош. Я так понимаю, что он как обычный Плювик. Ну, только сильнее. Так, где ты там? Блин, я за тебя не вижу моего Плювика. Так, вот сейчас как раз и проверим. Подожди секунду. Ой, что-то у вас тут много как-то. Дин-дин-дин-динс. Че, катапульты сразу? Ага. Ну да, друзья мои, Плювик вот, вот так вот он плюется. Вот так вот он вообще выглядит. Довольно мило. Ну, очень медленно, как по мне. По-моему, он... Да что ж ты будешь делать? Так. Ты же, по-моему, можешь подбивать летающих, насколько я помню. Так, точно. Вот и прекрасно. О, слышу голос бомжих. Слышу голос бомжих. А Плювик тоже не может, оказывается, пробить у нас, да? Знаете вам всем. Тыдыч, этого с удара вообще сносим. Слушайте, ребята, а тут тоже, оказывается, динозавры просто встают возле базы и стоят, да, как в той самой игре «Монстр против зомби». Я почему-то думал, что динозавры у нас там идут дальше. Нет, ничего подобного. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как Плювик на фул прокачки себя ведет. Вот это было бы классно. Так,
Пол, заберем с тобой яблочки. Вот бомби, бомби. Так, последняя волна. Ну, что я тебе могу сказать? Естественно, тут все легко и просто, потому что уровень это у нас не последний, а всего лишь 76-й, а мы с тобой доходили до 150-го уровня. Если кто не помнит, он заканчивался довольно миленько. То есть все динозавры вышли. Тьфу ты, я уже думал конец, не шиша, не конец еще. Ну куда ты? Бежит он, сломя голову, ага. Да, идеальное прохождение. Да, твоя победа. Естественно, моя победа. Че она еще должна быть? Вот, и... Что нам еще остается проверить? Я даже не знаю, ребят. Давайте я покажу, как у нас заканчивалась игра на 150 уровне. Блин, побыстрее бы вышла бы вторая часть. Но мне кажется, она будет сложная. Сложная, но в то же время интересная. Вот так вот написано. Ты спас яйцо, и вот все наши динозаврики бегут. Этот в деревянной броне, этот в каменной, этот тоже в каменной. Вот, они все встали что-то перед этой пещерой. Вот как-то так. Спасибо, что играл в Динобэш. Кстати, когда этот бежал, он кого-то там сбил. И причем нам засчитали деньги. Значит, там какой-то был противник. Злобный двойник Рэмбо. Так, ну что, давай, наверное, тогда еще один уровень пройдем. Уже так, чисто для проформочки. И возьму я, наверное, ну вот 146 уровень. 146 уровень. С плювиком. Ну, пускай будет плювик, фиг с ним. Посмотрим, сможем ли мы пройти. Обычно я сюда брал танка. Тут у нас должен быть танк. Причем прокачанный. А плювик старший у нас не прокачан. И я забываю про яблоню, естественно. Яблоня тоже должна быть прокачанная. О, там сразу катапультушка. Ёк-макарёк. Ёк-макарёк, друзья мои. Слышу, слышу, слышу. Да и мало того, что там... Тут еще, видишь, ползуны ползут. Что мы с тобой сделаем? Мы сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Хлоп, хлоп. Клап, клап. Погнали. Ага. Кто? Уже катапульта там шмаляет. Ну, естественно, ребят. Естественно, катапульта шмаляет. Нет, 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 нет. Ай-яй-яй, еще и этот пройдоха бежит. Блин. Так, ребят, этот сейчас пройдет же. Мы его траванули как бы немножко. Траванули. Ну вот тут-то что? Ты посмотри, какой трещин. О-хо-хо-хо, я... Про этих-то забыл. Что у нас Трамп тут буянит. И как я это все в свое время проходил, а, ребят? Я удивляюсь просто. Как, каким образом? Ума не приложу. Так, ну тут, ребят, насколько мы помним, главное уничтожать вовремя катапульты. Если ты катапульты не уничтожишь, они просто тебя завалят. Просто забомбашат и все. Ну хватит там орать, как горлопаны, а. Так, сбрасываем всю вот эту подноготную. Да сколько вас там, я не могу понять, а. Да их тут прилично. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот эти вот ребята с копьями, это... Это жесть. Поэтому их желательно бы тоже тут наказать. Ну, если ты, конечно, попадешь по ним. А ты по нему не попадешь, знаешь почему?
Ну что, твои снаряды летят в Перу. Что там? Все, я понял. Да хорош ты, отвали. Ох, а яйцо-то уже рядом. Как мы это проходили, ребят? Это трэш какой-то. Там уже яйцо вовсю валят. Понимаешь? Нет, ну с плювиками, да, скорее всего, здесь если, может быть, они полностью будут прокачаны, но с ними тут не пройти. Ты понимаешь, да? Не хватает запала. Давай уберем плювика, попробуем. Что-то меня ж прям зацепило за живое. Как так-то? Забираем эту награду свою. Фига, тут трешовка такая идет. А у нас с тобой кто был в команде вообще до этого? Какой там уровень у нас? 145-146. Так, плювика убираем и берем. Вот так у нас вроде бы было. Или мамонт был. По-моему, вот так. Могу ошибиться, но по-моему, такой вот командой мы проходили. Орут опять. Уже не успели это, уже орут вовсю Ивановскую. Бомжихи эти идут. Наяривают. Серенаду свою запивают. Все, оттаяли. Вот давай без вот этого вот выпендрежника своего. Есть, хотя бы подбили. Само собой, сразу бомбашим. Попали. Так, только вот давай без хилов. Нет. Там и хилы, там и эти палочники пришли. В общем, весь арсенал. Весь арсенал вредителей. Кто там опять еще? Шуршит. Ну вот это-то понятно, что нужно вскрывать как можно быстрее. Ну-ка. Давай сюда зарядим. Так, с этим... Вот, опять начинается. Опять, друзья мои, пошла катапульта. Как же я терпеть не могу, а? Да слушай, он достанет, а? Просто не попадаем, прикинь? Так, давай этих голодранцев попробуем уничтожить. Глупость, да, получилась какая-то? Да успокоились вы, а? Катапульта. Вот что хочешь, делай. Вот что хочешь, делай, а катапульта — это все-таки враг номер один. Да господи, да сколько же вас тут, а? Так, ты успокоишься, а? Последняя волна.
Что, лопнул там катапульты? Да неужели? А яйцо-то, ребята, уже вон оно сзади. Сейчас доберутся они до него. Так, заморозочку. Срочно. Так, 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 подожди. Блин, они сейчас будут закалывать. Сюда срочно надо бомбашить. Да сколько у вас тут прет-то, господи, ну... Просто неимоверное количество. Давай, 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 сбрасывай. Всякие эти палочники. Прожучили мы их. Чего ты там со своим факелком? Да, ребят. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Вот такие вот уровни у нас были в свое время. И мы их все проходили. Ух. На самом деле очень сложно. Так, 8000 монет еще получили. Ну, в принципе, ребят, можно закругляться. Мы посмотрели старшего брата Плювика. Немножко освежили память. А что он опять моргает, я не могу понять. Ну, то же самое, ребят. Не понимаю, почему именно вот эти вот дали нам снаряды на отхил. Кстати, я очень-очень мало пользуюсь за всю игру именно вот этими снарядами на отхил. Как по мне, я считаю, что они, ну, не особо нужны. Нет, были там какие-то определенные миссии, где я танков, по-моему, залечивал, но не так часто я ими пользовался. Ну что, вот такая вот коротенькая у нас получилась сегодня серия, ребята, я вам показал Плювика. Дали мне возможность его приобрести. А уж думайте сами, стоящий он или нет. Ну, он может быть стоящий на начальных этапах где-нибудь. Где он вообще дается, этот Плювик? А, он, наверное, он же не выигрывается, да? Он чисто покупается. Он чисто получается как бы донатный. Да, поэтому его в событии не открыть. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.